Бюджет последнего сезона «Игры престолов» шокировал сеть. Финальный сезон популярного телесериала обошелся значительно дороже, нежели предыдущие части. В сети появилась информация о бюджете последнего сезона «Игры престолов». Фанаты были шокированы озвученной суммой. Об этом сообщает издание Twine. Создатели культового сериала готовят грандиозный финал сериала. На его съемки потратили 90 миллионов долларов. Каждая из 6 серий финального сезона обошлась в 15 миллионов. Предыдущие серии обходились компании в 10 миллионов. Информация о заключительном сезоне тщательно скрывается, но все же попадает в сеть. Но известно, что заключительную битву снимали на протяжении 55 дней на открытом пространстве и еще несколько недель в павильоне. Накануне появилось первое фото со съемок финального сезона «Игры престолов». Ранее был назван ключевой актер будущего спин-оффа «Игры престолов». По материалам сайта news.com.